вычитание дробей. Пример номер один. Запишите пример. Чтобы решить пример, нам необходимо проиллюстрировать дроби с помощью форм и жетона. Чтобы представить первую дробь, находим форму, соответствующую знаменателю. Числитель равен 4, значит на форму необходимо наложить 4 жетона. Вторая дробь говорит о том, что нужно отнять одну часть из 5. Убираем один жетон. Мы видим, что у нас заполнено 3 отверстия из 5. Делаем вывод, что ответ равен 3/5. Запишите ответ.